Всем здорово. Сейчас на улице 6:20 утра. Это значит, что я проснулся в 5:40. Сегодня 7 марта, суббота. Я еду на гоночную трассу, чтобы меня посмотрели в команду. Очень надеюсь, что мне дадут шанс проехать за рулем Сироки R кубковой по формулинной трассе. Надеюсь, смогу себе показать. Ехать от отеля до трассы около 20 остановок, путь не близкий, займет где-то полтора часа, там еще идти далеко, поэтому вышел пораньше. Мне сказали, что надо быть на трассе в 8:15, 8:30 максимум, но я решил, что я должен быть в 8, как с запасом. Фух, так что вот выдвигаюсь. Казалось бы, на улице 6:20, хотя я где-то в 5, ну, допустим, без 10:06 смотрел в окно. Там уже на стадионе все бегают. Китайцы с утреца по стадиончику. Без 10:06 отличное время, чтобы побегать. Напомним, что сегодня суббота, 6 утра. Посмотрим, насколько заполнено метро в такое время в Шанхае. Потому что Томас говорит, что в 8 утра, когда ехать по центру на метро, то просто не пройти. Там людей тьма тьмущая. Сейчас посмотрим, как по моей ветке будет. Но он проехал мимо. Поезд проехал мимо. Чё за херня? Я ж так опоздаю. Мне надо быть на трассе 8. Сейчас 6:30. Поезд один промчался мимо. Люди стоят на остановке. Телек, который показывает, когда должен приехать следующий поезд, показывают ничего. Жесть, меня бесит, я бешусь. Я что, опаздываю? И да, как казалось, даже по субботам в 6 утра здесь просто тьма народа. Ну вот я, короче, и приехал. Тут у шанхайской трассы есть отдельная станция метро, своя личная. Сейчас без 15:08, то есть... Я по графику, но мне еще далеко идти. Вот это вот перед нами большая главная трибуна шанхайской трассы. Вон там вот грибочки такие белые. Это трибуны на главной, самой длинной прямой шанхайской трассы. Вокруг гигантские парковки. И мне сейчас еще пихтарить далеко, чтобы попасть в центр трассы. Вместе со мной на этой станции вышло дофига человек. Я не знаю, что они здесь забыли, что они будут делать, и все направляются в сторону трассы. Вот, и здесь знаки Audi. Шанхайская трасса принадлежит Audi, не знаю, как это правильно сказать. Как бы Audi здесь рулит. Вовсю слышно звук двигателей. Интересно, что там ездит, такое приятно звучит. Так, блин, где главный вход, я уже забыл. Я здесь уже был два раза. Это было 1 и 2 ноября. Или, ну, что-то типа того. Мы приехали сначала сюда в субботу с другом. Здесь проходили какие-то закрытые гонки. Было запрещено заходить посторонним, только с VIP-пропусками. Поэтому вот через все ближайшие заборы, вот этот мы перелазили, поперепрыгивали, через все эти трибуны пролазили втихаря, чтобы нас никто не заметил. Потом мы пробрались в зону паддока, там смотрели на разные машины, команды как работают. На следующий день мы тоже приехали, мы проходили большие соревнования World Endurance Series. Очень крутые, вот, и поэтому охрана была такая очень серьезная, то есть через забор было не полазить, поэтому мы стояли на выходе, ждали каких-нибудь людей, которые торопятся уехать пораньше, выпросили у них VIP-пропуска, пошли вовнутрь, там повезло, что нам попалось VIP-пропуск в команду Audi, и мы прям присутствовали внутри соревнований, смотрели за всем прямо из боксов команды Audi, слушали комментарии гонщиков. В общем, было круто, но немножко нелегально.
Вот она, родимая трасса. Это главные трибуны, боксы. Счастье, счастье. Находится прямая старт-финиш. И прямо отсюда стартуют гонщики Формулы-1, здесь пит-стоп происходит. Выделили комбинезон Volkswagen. Сейчас мы с Дарьей будем ехать по трассе, изучать ее, привыкать немного к машине, изучать конфигурацию трассы. Вот. Тут кроме серов еще подготовили две Lamborghini машины. Они, конечно, вообще супер высокого уровня. В общем, нам дали проехаться 3 круга. Мне Сирока очень понравилась, очень комфортная машина, хороший держак, но только жопа пустая, у нее тут весь есть на морде, где-то 65 на 35 у нее баланс, поэтому жопа уходит иногда, поэтому за ней следить. Тормоза великолепные, прям не ожидал, насколько они хорошо тормозят. Слики хорошие, хорошо держит резина. Ну, я не ожидал от Сироки такой скорости, она реально быстро валит. Мы тут на главной прямой до 220 разогнались, но что-то кажется, как бы она не рассчитана здесь больше разгоняться. Резина еще теплая. На этой машине я ехал. В общем, теперь надо просто вкатываться и все позже и позже тормозить. Как бы трасса не очень сложная. Мы едем по полному кругу Шанхайского кольца. Это была, ребята, моя мечта. Я всю жизнь мечтал когда-нибудь проехаться по большому кольцу Формулы-1. И вот только что эта мечта осуществилась. Я просто валил на гоночной машине по кольцу Формулы-1. Я по этой трассе проехал 1000 километров на Xbox, или там на PlayStation я играл Формулу-1. Просто там огромное количество кругов наездил, очень много лет я играю в Xbox и Формулу-1, но сегодня это случилось. Всем здорово! В общем, сначала мы проехали 3 круга, каждый сам по себе, познакомились с трассой, проснулись, прогрели машины. Потом мы проехали 2 раза по 8-9 кругов с новичками, которые сидели рядом. Мы им показывали, как надо ехать. Я тогда вкатился получше в трассу, как бы я ее и так вроде как знал с помощью Xbox и игр, но в жизни надо все равно было привыкать. В жизни трасса оказалась уже. Короче, я думал, она вообще бесконечно длинная, а во время езды нормально. Сейчас тут шумно, перезвоню. Потом нас заставили ехать 2 сессии, тоже кругов по 8-9 с новичками. Новички за рулем, мы сидим рядом. Честно говоря, это было страшно. Это страшно вначале было до ужаса. Они едут, как бы сами не знают трассы, едут там, пытаются выпадать. Сразу им говоришь, ребята, едем первый круг медленно, типа не торопимся. Хер там был. Сразу по газам и помчали атаковать. Ну, в общем, из полных чайников в более-менее адекватную езду можно научить за 9 кругов. Фух, это, конечно, ребята, удовольствие бесконечное. Гонять по трассе Формулы-1 на таких отличных машинах – это вообще сказка. Сейчас у ребят идет фотосессия после тренировки. Мне попалось 2 гонщика, которые вначале были вообще как овощи, но в конце раскатались. Вроде как получилось их научить. Один из них хорошо проходит жесткие торможения, другой хорошо проходит такие скоростные повороты.
Ну, вроде как сбалансировал. Посмотрим, у них сейчас будет квалификация, посмотрим, что они покажут. Каждый когда-то ездил из них на гоночных машинах, но не очень большой опыт имеет. Ну как, такие же покатушки у них раньше были. На этой трассе они впервые, так что вот, посмотрим. Сейчас их поставят кататься пассажирами на Lamborghini. Взяли двух самых опытных китайских гонщиков, за руль посадили. Ну как бы я тут вообще первый раз, чем тут вообще даже проситься, но как бы хотя бы посмотрю. Так выглядят рабочие слики. Вот это, я понимаю, резина очень, очень хорошая. Хотя это китайская, какой-то китайский производитель, GT называется или что-то того. В Европе, если не ошибаюсь, они вообще на Данлопе ездят. Но держат хорошо. Сейчас наши гонщики после двух тренировок, одна тренировка была, они сидели рядом, и две тренировки не ехали за рулем. Сейчас они выезжают на квалификацию, посмотрим, чему мы их научили. Я очень болею за зеленую машину, потому что на зеленой машине я ехал. Там сейчас сидит мой гонщик. Посмотрим, как он проедет, как я переживаю. Они с большим интервалом выезжают на трассу, чтобы друг другу не мешать. Итальянские повара нам готовят очень вкусную еду. Сейчас я пиццу буду пробовать. Только приготовленная пицца супер поварами. И вот я бреду одиноко с гоночной трассы. Домой, безумно устал. Плохо сегодня выспался. Потом встал в 5 утра. Сегодня весь день проработал на трассе, сейчас 6, казалось бы, всего лишь часов. Но я устал дико просто. Ну, куча эмоций, и водить машину не так уж и просто. А учить гонщиков еще сложнее, потому что ты сидишь рядом с ним, как мешок с обздюхом, и ждешь, пока он куда-нибудь втулится. Ну, это, конечно, утрирую, но было первые заезды страшно рядом сидеть с ними. Вот. В общем, попался мне один чувачок, как бы очередной какой-то миллионер, миллиардер, я не знаю, он там алмазы продает. Сказал, типа, то есть, когда я с ним поехал с самого начала, этот парень умудрился 3 круга подряд в одном и том же повороте убраться в песок. Я там, честно говоря, за машину переживал дико, но ничего страшного, я его вытащил, я его показывал, говорю, не так едь, вот так вот едь, я его... научил, сейчас надо ездить правильно. Ну и чтобы вы знали, если не ошибаюсь, он занял первое место на квалификации, то есть у него самый быстрый круг получился. У меня не было возможности проверить, потому что они там еще остались, у них там всякие там мероприятия, корпоративы, бухать и там на подиуме плясать. А я пошел домой, потому что мне еще домой добираться 2 часа. В общем, чтобы все понимали, мой гонщик самый быстрый оказался. Ну как оказался, я его сделал самым быстрым. Так что я доволен, получил много знакомств, много контактов. Так что я не знаю, как моя дальше карьера гоночная сложится здесь, в Китае, но хоть какое-то начало положено, вот это вот хоть что-то, я уже, блин, просто рад. Сегодня сбылась очередная, моя давнешняя очень мечта получить опыт езды на трассе Формулы-1. Также я мечтал, конечно, поездить на Сироке РК, потому что я давно этот знаю чемпионат, и мне он очень нравился всегда.
Вот, сегодня мне это удалось. Так что день удался. Я еле плету ноги. Иду домой. Мне еще до метро пихтарить фиг знает сколько, потом еще ехать с пересадками полтора часика. Фух, короче, здорово. Что вы думаете, в метро были свободные места, чтобы посидеть где-нибудь? Вот я сижу на полу, мне ехать очень далеко, меня ноги не держат, поэтому буду ехать сидя на полу.